Я не знаю, я пока не придумала. Нужно спасти Украину от войны. Я думаю, что которые спасают Украину, они герои. Герои Украины – это небесная сотня, потому что они положили свою жизнь, чтобы сделать жизнь в Украине лучше. Я верю в то, что душа их не умирает. Душа-то не умирает, а только в небо летит, и все. Никто не знает, что с ними происходит потом. Вообще, больше страшная смерть родного. Даже если ты понимаешь, даже если веришь, что с ним будет после этого все хорошо, что ты понимаешь, что ты больше его не увидишь и не почувствуешь, например, его добро, ласку. А там больше 100 человек погибло на Майдане, ни в чем не винных. Нельзя, никто не имеет права расстреливать людей. Гулять. Уже 21-й.